Мы сейчас в самом центре города Курган-Кюбе. Uh-huh. Здесь протекает такая маленькая речка, которую называют Курганга. И в ребят местных есть такое развлечение забираться на огромную иву и с самой верхушки прыгать в этот канал. Не знаем, какая глубина, но правда, метров 10 высота и очень экстремально, потому что сильное течение и уносит сразу очень далеко. Шведки ободрал. И течение их сразу уносит на несколько десятков метров. Вот такие развлечения молодежи в Курган-Кюбе. Все нормально, живой. Молодец!